Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1352. События дня. Притча 29.19. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. За 29 августа 2019 года. И помещаем наше обращение. Затормозите курсором и внимательно прочитайте. Священник Чернодаров раздает свои Чернодаров. И вот здесь покажу сейчас, что Чернодаров. Ну вот. Увеличить тут я не знаю как. Не знаю даже, как увеличить это место. Сейчас постараюсь отдельно снять. У меня тут книги лежат на клавиатуре. И вот сейчас посмотрю наше объявление, как ящик. Сейчас, что тут за объявление? Вот, посчитайте тогда. И вот на это ответ священник выставил вот такое. Осторожно, секта, то другое. То есть, ну, неверующие люди
приватизировали церковь и души людей, настоятели. Ничего, ни одного слова нет божественного, одна ложь дьявольская. Вот на это люди и отвечают. Волки в овечьих шкурах. Вот в овечьих шкурах вот он и есть. Все занимались чем? Вчерашний день. Как оврал какой. Собрались там и женщины, батюшка, Игорь. Барабаш нужно срочно там было зашить стены кровельным железом, досками. И что-то многое сделали. А я тут занимался загоном для скота. Это все и там заснято было, можно будет посмотреть. Ложишься спать и как будто не ложился. Господь поднимает на молитву, и тут уже день начался. Все на этом.